Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала. С наступающим Новым годом вас! Сегодня я вам предлагаю поставить на новогодний стол салат «Голландская красавица». Он очень вкусный, просто в приготовлении. Для салата понадобится отварной окорочок, порезанный кубиком, 2 яйца, порезанных мелким кубиком, сыр твердый, натертый на терке, шампиньоны свежие, обжаренные 400 грамм. И все это будем заправлять оливковым майонезом. Собираем салат. Все ингредиенты заправляем майонезом. Готовый салат я выложила в тарталетке на листья салата. С наступающим вас Новым годом! Здоровья, счастья, любви, удачи, всего самого доброго. Пусть все ваши желания исполняются в новом году. До встречи!